наши основные – это парша, это мучнистая роса, повредителям – это плодожорки и двуполосая огневка. Плюс еще клещ, да, плюс тля и весь комплекс. Ну, основными-то является это качество плода, да, мы сохраняем его от гусеницы. А чтобы оно, в принципе, как бы у нас было, ну, клещ, соответственно, да, все это мы контролируем. Парша, плодожорки. Целесообразно работать комплексом, чтобы препарат работал по нескольким вредителям. Это вообще прекрасно. Но если начинать издалека, то всегда пишется система. То есть он у нас запланирован был, этот препарат, регистрация в прошлом году. То есть это все идет с прошлого года. Когда мы писали систему защиты на этот год, всегда же учитываются ошибки, да, предыдущего сезона. И всегда хочется как-то все отрегулировать, чтобы все было хорошо. Проблема прошлого года была не только у нас, во многих хозяйствах. Это клещ по уборке. Многие с этим столкнулись. И вот он, появился тот препарат, который способен защитить нас от повреждения клеща. То есть, что такое клещ по уборке? Это повреждение плодоножки, осыпание плодов, да? Это кошмар. То есть, по времени шла накладка, это третье поколение плодожорки. И, соответственно, клещ по уборке. Мы не знали этот препарат, поэтому применяли, хоть и есть, да, регламенты применения разных дозировок, вот, но расчет был изначально на то, что работать максимальной, чтобы сработать по клещу, то есть приоритет. Вот. Понятное дело, да, что по действующим веществам там он должен был держать плодожорку, но клещ тоже был приоритет. На сегодняшний день, то есть сегодня у нас уже, да, 20-е числа, и обработка у нас была в начале сентября, то есть сказать, что препарат Лирум сработал, это 100%, потому что мы с вами, да, ходили по саду, мы постоянно смотрим, постоянно проверяем. Было применение препарата по уязвимой фазе, это от рождения гусениц, вот, это плодожорка, и поднимался клещ. Да, он в этом году, ну, погодные условия, да, так сложились, что клещ, ну, не так ярко вспыхнул, но он был, тем не менее, и тут тоже есть свои плюсы, то есть это зимующий запас, снижение зимующего запаса, это прекрасно, то есть мы еще будем смотреть, что мы имеем весной. То есть как бы мы снизили запас по клещу, да, клещ поднимался, ну там ЭПВ, ну до него, ну не знаю, там другой вопрос, да, дошел или нет, его у нас уже нет. То есть как бы это здорово. А то, что перекрыли плодожорку, да, то есть, ну, препарат прекрасно сработал, спасибо вам, да, за этот препарат, да.